50-го года тракторок, смотрите. Старая техника. Вот, видите, как раньше все это выглядело. И здесь тоже написано. Значит, это такой исторический проект сельскохозяйственный. Приветствуем вас на ферме прошлого. Это, друзья, молочные козочки. Им тут по 2-3 года, у них есть имена, тут на табличке написано. Они такие хорошие, симпатичные, дают молоко. Вообще даже на коз не похожи, надо сказать. Они похожи на каких-то антилоп. Ну да. А что есть в сущности антилопа, Света? Та же коза. Вот вы видите, друзья, они пряжу придут. Я правильно говорю, Свет? Да. Ты когда-нибудь прила пряжу? Да. Ты что? Да, у меня была электрическая прялка в Москве еще. Так. А я же вязала. Я прила из собачьей шерсти пряжу. Угу. Так что это хочется назвать веретеном. Но я, честно говоря, никогда веретена настоящего не видел. Вот, видишь, они тихонечко крутятся. Так вот из этого... Педалируют. Нет, вот видишь, у нее в руках вот она тянет... Ниточку. Нет, она тянет не ниточку, а у нее там такая намотанная... Шерсть, да. А дальше она рукой делает ее тоньше. Это народ демонстрирует, видимо. Я не думаю, что они чем-то еще занимаются, кроме демонстрации, показывают разные прялки. Прялки вот они там руками какие-то, да? Видишь, вот такая хорошая работа, очень расслабляющая, они ля-ля языком пока. Это когда не надо на хлеб насущный зарабатывать. Да, но я тоже это делаю, это довольно-таки такое. Так. А вот у нас, друзья, барашки. Так. Ну что, барашки? Они такие мохнатые. Вы видите, друзья, трактора прошлого. 52-й, 57-й, там вот я так издалека вижу таблички. Вот тут уже такие прям, я бы сказал, красавцы. Смотрите. На таких трачках перевозили коробки, ящики сельхозпродукции. А это прям цистерна. А тут у нас товарищ так, видимо, подковать лошадку пытается. Так он там ей защищает. Не просто так гвоздями фигачить, тут целое хозяйство, нет. Лошадки-то. Лошадка хорошая. Наверное, больно так, нет? Ну, наверное, нет, там же... Смотри, он прямо в голову говорит. Ну да, если бы было больно, сейчас... Да. Да, зацепил. Да, а вот такие насосики, Света, правда? Вот у вас на даче под Киевом, в Высокорках, вот был вот такой насосик у Светиного папы. У него была скважина. Вот он хорошо. Вот, отлично. И вот он качал водичку на садовом участке. И не надо было никуда для этого эмигрировать. Вот такие битюги здоровенные. Вот эту зовут Принцесс. Вот этот гигант, его зовут Наггет, красавцы, ой-ой-ой. И так стоят, очень не шевелятся. И этот Гламур его зовут, видите, гламурчик какой. Не только автомобилями Fusion из рентовки знаменит Ford. Вот такие тракторочки делал. Друзья, я вам скажу, что я в Советском Союзе, вот у нас была такая машина, у мамы моей, ну не один в один, но вот с таким же отжимающим механизмом. Единственное, что мне кажется, мы вручную крутили, да, Свет? Не работает, конечно.
Да, мы крутили его вручную, он сжимал. Какой? Ага, 100 лет satisfaction гарантии. Это money back. Да. Это 35-го года, друзья. Машинка 35-го года. Это, друзья, не мясорубка, а это такая маленькая мельница для перемалывания зерен пшеничных, как вот нам объяснили. Вот вы видите там, чего она намалывает. Вот, мука такая, грубого помола. Да, как раз то, что очень полезно. Да, Света, говори. Да, конечно, это, наверное, первые допотопные миксеры для того, чтобы перемешивать тесто. А мы вот вручную мешали. Вручную мешали, да. А потом купили уже для, конечно, не для муки, а для яиц, наверное, взбивать. Тоже ручной был такой миксер. Да, я помню. Но он до сих пор у нас где-то лежит. Не, ну это серьезная вещь. А это серьезная вещь. Вот, и она крепится к столу, она не просто так вот, она на крепеже. А, то есть еще и ведро к столу крепится. О, да, да, да. И вот так вот мешать. Видишь, удобно, Америка, удобно. Америка впереди планеты всей, даже по этой части. Вот видите, это газета, друзья. Старинная газета. Какой год я не вижу на ней? 1918. 18? Да. 18-го года газета. Universal Bread Maker. Это же хлеб делать. Да. Видите, как хозяюшки тех лет. О, и мясорубка, как в СССР была, смотри. Вот. Как настоящая, ну, двух-двух, наверное, справа. Все-таки не для мяса, это, наверное. Нет, нет, это настоящая мясорубка, вон справа. Вот у нас такая была. Universal Food Chopper. Ну, все, что положишь, все почопает. Да, друзья, да. А плиты какие? Пошли смотреть плиты. Вот она, друзья, мясорубочка-то, вот она. Света утверждает, что мы с собой такую привезли. Да, ну, а, но мы пользовались? Да, боже. Ну, вначале, может, и пользуются, но здесь готовый фарш, уже никто не пользуется мясорубкой. Пойдем на плиты смотреть. Тут надо сказать, что они пекут пирожок яблочный. И вот то, что вы видите плиту слева, это 40-е годы. То, что вы видите вот эту духовочку, это 20-е годы. Вот платье, в котором женщина, но у нее не было более современного, у нее платье 902 года. Я говорю, что, холодильник, что ли? Нет, говорит она, открывай, смотри сам. Ну, давайте глянем. Там, наверное, картина «Цердон» стоит. Я бы сказал, что это рефрижерейтор, да, холодильник. Я не понимаю, что в нем не холодильник-то он. А я тебе скажу, чем он не холодильник? Я тебе отвечу. Значит, раньше холодильники были просто ящики. Ну. И туда клали, покупали в магазине лед. И закладывали обыкновенный лед. Ну, открой, покажи. Очевидно, вот это ящик для того, чтобы положить туда лед. И тогда вот, видишь, мешки со льдом. И тогда он будет холодить. То есть это реально лед? Это реально лед, и он более-менее изолирован от наружной среды. Я понял. И... это холодильник, но на льду. Да. И в Америке я читала историю, что как раз вот с этого начинались... Захлопни его, да. С этого начинались реальные холодильники. So it is ice... Ice box, yeah. Ice box. Ice box, ага. Yeah. Well, sometimes they call them ice refrigerators when you see an old ad for them. Ага. То или ледяной холодильник, или ледяная коробка, айсбак. Почему, возможно, это было в Америке? Потому что хорошо развита индустрия производства льда. То есть ты приходишь в любой магазин, покупаешь столько льда, сколько надо тебе каждый день, и загружаешь в этот холодильник, и все. И вот тут, на таком импровизированном перекрестке, мы видим железнодорожный вагончик. У меня такое ощущение, что в него можно зайти. Вот пишут, заходи, говорят. Смотри под ноги, окей. А тут у него руль еще, смотрите, да, Свет? Наверное, это руль. Даже похоже, я не... на руль. Похож на руль, да. Заходим внутрь и разворачиваемся. Я даже не знаю, как это назвать-то. Но тут лавочка, скамеечка. Это я понял. Это что, туалет, что ли? Наверное. Ну да. Это техническое какое-то. Ну да, какое-то... Такое место, которое ездило, и в нем люди жили. Ну вот я не знаю, тут... Ага. Какой-то там человек наверху. Какой-то здесь человек тоже наверху. Нет, ну технически, наверное, какой-то. Ну да. Тут вот, смотри. Компьютерная станция. Ну, да, типа того.
Такой странный вагончик. Странный вагончик. Ну, хорошо.